Всем привет! Я Мизуки, и сегодня мы будем играть в Ice Horror Game. Довольно старая игра, но не писать быть, возможно, актуальной, не знаю. Я буду играть с Крэсси, в особняке, потому что, да. И сегодня я постараюсь пройти Крэсси на нормальном и создам своего собственного монстра. Давайте же начнем. Я, пожалуй, сделаю звук немножко потише. Думаю, мне так лучше слышно. Давайте же начнем с Крэсси и особняка. То есть просто на нормальном, а когда я буду создавать свой собственный монстр, мы будем играть на новичке. Потому что там Крэсси очень медленно летает, все нужно собрать, если не ошибаюсь, 5 мешков. Вот так. Я проходила эту игру уже. Как вы могли заметить, у меня там 2 звезды. Вот. Игра, мне кажется, не совсем страшной, но ладно. Блин. Ну ладно. Я недавно скачала эту игру. Просто я очень сильно люблю играть в игры, поэтому я могу в них очень быстро прокачаться, далеко зайти и т.д. Короче, задрот, это одним словом можно так описать меня. Что это было? Я забыла или так и было, я не знаю просто. Но, блин, я не могу пройти. Здесь так и было, то, что оно было открыто. Где Крэсси? Она сейчас выйдет из подвала, но она... Блин, глаза нет. Я еще, возможно, поиграю с другими игроками. Я боюсь, что он скоро выйдет, поэтому я решила потратить бег очень стрёмно. Ладно. Что ж, уже 7 мешков. Что ж, видео будет выпускаться намного меньше. Шикарная карта. Я не знаю, можно ли рисковать сейчас. Ну, я подожду Крэсси. Где она, кстати? А, спасибо, мой дорогой. Что ж, мы пойдем по этому пути. Заодно возьмем мешочки и глазки пособираем. Ну, в принципе, это и есть смысл игры, собирать глаза и вот эту ерунду. Сейчас скажу, мешки. Не знаю почему, но я, когда играю в Крэсси, то я очень медленно... Медленно, да. Очень редко умираю, не знаю почему. Наверное, потому что хоррор мне этот не совсем кажется хоррором. Для меня страшнее, скорее всего. Блин, она на моем этаже. Для меня, скорее всего, будет страшнее. Я сейчас скажу. Блин, она на моем этаже. Скорее всего, для меня будет страшнее Гренни, чем Айс. Не знаю почему так. Ну ладно. Не знаю, стоит ли рисковать или подождать. Ладно, давайте подождем. Вот. Пока она уйдет с этажа, потому что если я прыгну в подвал, то я бы... Если я прыгну в портал, то я боюсь, что попаду в подвал, а это очень плохо ориентируюсь, тем более я не нашла ключик.
И поэтому, пожалуй, лучше подождать. Я очень плохо ориентируюсь в подвале, хотя там очень много мешков. Вот так вот. А что, ушла уже? В подвале отлично. Кстати, если закрыла микрофон как-нибудь. Ну, или динамик, как я вас называю. Так, в смысле, а где? Ну, ладно. Ладно, пошлите тогда дальше. Боюсь, что она сейчас выйдет, там я и попадусь. Готово. Не знаю, зачем эти цифры. То, что чем тем же самым вопросом задаюсь чего. Я что сделала? Я искала вот эту штуку, чтобы взять ключку. Для этого, что ли? Понятно. Спасибо, Крейси. Короче, я подожду, пока она уйдет. Мне осталось всего лишь 2 мешка, и я смогу пройти. Вот так вот. Короче, ждем. Что ж. Крейси, я не могу определить, на каком этаже. Подожди. Она на первом. Спустить в подвал, пожалуйста, в подвал. Почему здесь нельзя просто сгореть заживо? Чтобы закончить все эти мучения. Спускайся в подвал. Рискнем? Погнали! Я даже не понимаю, куда я бегу. Да, бег очень здесь... Быстрый, но короткий. Во-первых, зачем я сюда пришла? Мне нужно найти 2 комнаты. Не эту, а немного... Пожалуйста, где Крейси? Крейси, иди, пожалуйста, в подвал. Я нашла эти 2 комнаты. Крейси, люблю тебя. У меня получилось. Я испугалась очень сильно. Здесь, если подумала микрофон, я не хотела. Я просто очень сильно испугалась. Я очень везучий человек. О, спасибо. О, нет. Мне нужно спуститься в подвал. Че? Короче, я использовала глаз. И... Ой, шок. И Крейси сейчас в подвале. Я сейчас пойду... Ну, пройду еще раз по второму этажу. Чтобы утвердиться, что мешков уже нету. Блин, здесь не открывается. Здесь мешков тоже нету. Неужели придется рискнуть? Пожалуйста, можно где-то здесь будет мешок. Помолчи. 19 мешков. 19. Остался последний. Где этот последний мешок? Я в самом начале. Где здесь будет мешок? Кстати, возможно, на кухне плохо поискала. Сейчас ищу. Реально ничего нет? Сверху открывается? Нет, не открывается. Вот он сейчас был громко.
Люблю тебя, Грейси. Какие-то два чела. Понятно. Зарю как. Ты там, где мне нужно. Кристи. Берет наверх, что ли, опять? Но мне придется в подвал спуститься за последним мешком. Мешок вроде бы где-то рядом. Мне, к сожалению, сейчас придется посмотреть рекламу, чтобы получить глаза. Потому что я вообще не понимаю, как мне получить еще один мешок. Просто невозможно. Короче, сейчас посмотрю рекламу тогда. Я посмотрела рекламу и вопрос. Грейси, можешь подняться? Ну, это не вопрос, а просьба. Грейси, поднимись, пожалуйста, наверх. Нет, не назана. Неужели мне придется потратить еще один глаз? Грейси, не в подвал, ну ладно. Еще раз рискну. Ну здесь, пожалуйста. Здесь нету. Может, я здесь плохо поискала. Понятно, очень страшный скример. Нету. Где ты? Я не понимаю, где... А, ты на втором. В подвал. Глаз. Очень страшно, если честно. Да, найдите выход и убегайте. Конечно, я это сделаю. Блин, что? Новое достижение? Коллекционер. Да, ну. Где Грейси? Грейси, спускайся. Не спускайся, а поднимайся на второй этаж, на первый. О, Господи. Мне никогда не было так страшно играть в Грейси. Не знаю почему, но у меня появился какой-то страх внутри. Спасибо, моя дорогая. Можно убиться об стенку как-нибудь. Теперь нужно ждать. Ой, блин. Там с банками летаешь, у тебя украшение какое-то из банок, то что вот так вот все. Это явно какие-то двери, это не окна, видите? Блин, придется рекламу посмотреть. Да, посмотрела рекламу я. Что это, для чего это? Стулья какие-то в школу для учителей. Гигантские какие-то. Что это? А. Понятно. Я наконец досмотрел эту рекламу. Господи. Мне получилось. Короче, произошла одна проблемка. Я забыла включить запись. Теперь я не знаю, что мне делать.
Ладно, но я, если что, смогла пройти. И сейчас я буду создать свою собственного монстра. Так вот. Короче, я с классом ездила в музей 1 сентября. Да. И... А тогда, когда мы приехали, нужно было разлиться на две команды. Я была второй команде, и мы я сфоткала эту чупакабру. Ну, короче, вот. Не знаю, можно ли записать, давайте попробуем. Ага, понятно. Появилась одна проблемка. Короче, из того, что что-то не так или просто произошло обновление, я не могу сразу сейчас записать. Я должна выбрать из своих файлов там то, что я отправляю. Сообщения какие-то, но это связано с WhatsApp, я им практически не пользуюсь, поэтому у меня там ничего нету. И все. То есть у меня ничего нету, и крыси будет обычно крыси. Потом давайте играть. А, все, просто звук почему-то пропал. Что ж, 6 мешков нужно собрать. Ну, на этим больше ничего страшного. Не смертельным. Ой, блин. Сейчас быстренько пойду, соберу. Глазик. Мне кажется, вот 6 мешков можешь собрать на одном этаже, даже больше, мне кажется. Вы чё? А. Чё-чё-нь? Где крыси? Я не знаю. Ну и зачем она очень медленно бегает? Бегает, у нее же есть ноги. Шутка года, считаю. Вот остался последний мешок. Какой найдите выход и убегайте? А, блин, я же в ловушке уже. Мы должны посмотреть на нашу красотку. Я что, зря ее создавала? Я была права, но... Крыси! Почему ты такая медленная? А, да, точно, очень странно. А, какая ты красотка, Будер! Ой, какие шикарные волосы у тебя! Ну, посмотрите на эту красотку просто, я в шоке. Ладно, было очень приятно с тобой познакомиться, я пошла. Я считаю, эта красотка полная, прям все. Короче, я прошла, как можешь заметить, вот что у меня, кстати, я даже побила свой рекорд. Если что, у меня здесь было 10, ну, очень хорошо мне объяснять, место 0.1 было 10, а место 59 было 2, если не ошибаюсь. Вот так. Главное меню. Я получил 6 монет. Ну, это самое быстрое прохождение за всю игру. Дайте, чтобы видео было немножко подлиннее. Мы сыграем. Сейчас скажу. С другим человечком. А, нет, не получится же. Потому что, во-первых, ничего не получится, да? А, здесь можно играть с другом или с незнакомцем. Давайте с незнакомцем.
Нет, не надо. Давайте, наверное, вот, корпоратив. Ой, простите. Требуется авторизация. Угу. Кстати, я смотрела прохождение, ну, то есть противостояние и корпоратив. Есть что, я смотрела Лисана Роуз, если я правильно произнесла ее ник. Она говорила, что нельзя поиграть на другом уровне, кроме нормальной, смотреть. Здесь можно поменять на тяжелый, на кошмар. Ну вот, короче, все. Дайте противостояние. Короче, не получится, к сожалению. Потому что, во-первых, у меня был телеграм-канал, но я его удалила. Во-первых, а во-вторых, на него никто не был подписан, поэтому не получится, короче. Ну ладно. Я не знаю, что мне говорить. Ну, видео заканчивается. Видео заканчивается. И, в принципе, сценара. Пока.